Приветствую всех на канале Мыло Опт. Сегодня я проведу для вас мастер-класс по созданию ополаскивателя для полости рта. Для этого нам понадобятся такие ингредиенты: сорбитол, некристаллизующийся жидкий, экстракт алоэ, касторовое масло гидрогенизированное ПЭК-40, хлоргексидин диглюконат 20%, а также жидкость ментола. Я уже отмерила на электронных весах 200 грамм воды дистиллированной. И теперь добавляю 6 грамм касторового масла ПЭГ. На электронных мерных весах я отмерила 200 грамм воды и 6 грамм касторового масла ПЭГ. Сейчас я буду это все топить на водяной бане, помешивать до полного растворения касторового масла. На водяной бане я растворила масло ПЭК в воде. Как видите, оно полностью растворилось. Затем я остудила нашу смесь. И теперь я буду добавлять остальные ингредиенты. В составе у нас получится всего 300 грамм ополаскивателя для рта. И на такой расчет я добавляю 30 грамм сорбитола. Дальше 30 грамм экстракта алоэ. Полтора грамма хлоргексидина. И 2 грамма ментола. Теперь я тщательно перемешиваю нашу смесь и переливаю . Я перелила наш ополаскиватель для рта в бутылочки, в которых можно очень удобно пользоваться этим раствором. Ополаскиватель для полости рта будет прекрасно освежать дыхание, укреплять десна, лечить зубы и просто прекрасно будет дополнять ваш уход за полостью рта. Спасибо всем зрителям канала Мыло Опт. Напоминаю, что все ингредиенты для создания этого полностью натурального ополаскивателя для рта вы можете найти на сайте Мыло Опт. Всем спасибо за просмотр и всем пока!